Видео может содержать ненормативную лексику, сцены насилия, поэтому это видео не рекомендуется смотреть никому. Всем здорово! Продолжаем проходить Resident 7. Так, в прошлой серии мы, короче, попали на какой-то завод, шахту, если не ошибаюсь, да, точно, какая-то шахта старая. Вот. В общем, начинаем с какой-то коптерки, сейчас пойдем, видимо, в саму шахту. Не знаю, сколько впереди еще игры, но мне кажется, немного. Хотя 3 серии назад мне тоже казалось, что еще немного. Так что, черт его знает. Здесь у нас все, да, я забрал. Здесь, кажется, все. Если что, я думаю, мы найдем там еще ящик, чтобы, короче, забрать, например, гранатомет. Я пока взял пистолет, ппху, ну и бомба. И погнали, в принципе. Ох же, ё. Палки. Я думал, сейчас зайдем, а там уже какой-то завод будет. Шахта там. Чё за звуки? Ух ты, ё. Сколько химозы у нас. Это чё? Ты кто, сука? А, понятно. Ну, почему нету, например, нормальных зомби? Ну, например, людей, там же целая команда людей погибла. Что-то нам предоставляет каких-то... Какой-то какашки, блядь, ходячие. Мне кажется, интереснее было бы, если бы это обычные зомби были. Ебать вас там. Смотри, закрывается утырок. Одна рука и то, блядь, закрывается. Четвертый. Лежать. Так, у меня, короче... Пятый? Ты серьезно? Там еще и шестой. Ух ты, ёп! Пошел. Ты вроде медленный, а тут отвернешься, он сучара тут. Так, ладно. Нате-ка вам. Оба, оба. А, и тисак у меня какой. Ух, 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 от Мии. Ну-ка. Бля, все равно ему ужасно, он им машет. Чего такое, блядь? Не надо мне пугать. Пуганые нахуй. Опа. Ёшечек. Травка. Че, ты взял патроны на шот, что ли, если не ошибаюсь? Ошибаюсь, что-то другое взял. Так, ладно. Трусики. Хилочка пока есть. Так. Усиленные патрусики. И еще патрусики. А, да, все правильно, вот они на шот. Пока выкидывать не буду, пока место есть. Еще на шот. Нет. А, во. Вам
У тебя 500 патронов на ПП. Ну, в принципе, спускаемся в шахту какую-то. Блять, с какой стороны дверь откроется? Разлетелась. Ой, это же. А кто ставил это все? Лукас еще. Что это? Один. Ближе, ближе. Хуяк. И мы ползем, да? Очень напряженная музыка. Прям пиздец заставляет оборачиваться там. Чтоб не обосраться на. Ой. Так. Ёп! Интересно, она на них бы сработала, если бы они по этому кругу пошли бы. Тянуто, типа рабицы, чтобы по башке камень не ударил. Подача воздуха какая-то, да? Так. Бомбы. Что, блядь, ты чё? Натика нахуй. Блюдок, сука. Нахер так делать-то? Сука, ты смотри, чё. Блять, их тут двое. И они пиздец, что какие-то живучие. Может, хорош ты, нахуй? Упадёте? Жесть. В этого, блядь, вообще выпустил сколько в голову. Так, 6 патронов. Ладно, выпустим, а потом улучшенные зарядим. Так, блядь. Опа. А, прикинь, что можно было сделать, да? Не иду, там мы такие, опа, да? Или нет? Нет, это чтобы сломать. Ну хотя, может, тоже пизды получили, понятно их. Херотень, ладно.
ничего не выпало. Горелка такое себе оружие, она же, блядь, далеко не стреляет, приходится подпускать в упор на... Взорвался? А, ну да, были такие уж. Опа, что за херня? Ребята, благодаря вам меня уже... Неделю как не беспокоит странные мысли, теперь все нормально, а оно до сих пор думает, что... А она до сих пор думает, что провела меня, вы уж постарайтесь исправить это недоразумение, она ведь не только выглядит как малое дитя, но и глупое, как дитя. Однако мама и папа... Пока в полной отключке. Любопытно, что вы запрограммировали ей всю эту семейную одержимость. Результат, мягко говоря, хреновый. Эта сука Мия до сих пор пребывает где-то между счастливой страной Эви и реальностью. Она становится весьма агрессивной. Пришлось запереть ее в камере. Мне казалось, что Юрина должна быть... Была разозлиться, ведь Мия ее любимица, но ей вроде все равно. Вообще-то Евелина иногда к ней хуйня, короче, читать я нахуй. Не хочу я это. Все здесь, что ли? Опа, а что взял я? Стероиды, значит, повышает мышечную силу. Уяк. И все, и я кач. В данном отчете описаны симптомы заражения человека бактерий, обитающих в объектах серии. Интересно, наверное. Что это за херня? Куда эта херня ведет? Опа, а это 5 минут после введения дозы рвота. Некротоксин Е. Испытание для подбора дозы серии Е. 10 минут после введения дозы смерти. 12 минут после введения дозы кальцификация клеток. Очень, блядь, интересно. Опа. Таргет. Чего? А, эмбрион какой-то. А, вот эту хуйню. И типа как и надо Эвелине вколоть, что ли? Нет. Нейротоксин разрушает клетки объектов, созданных на основе модели биологического оружия серии Е, используя только для уничтожения объектов серии Е. Перед употреблением токсин необходимо стимулировать, для этого поместите в контейнер с некротоксином образец клеток серии Е. Очень, блядь, интересно. Так. Что ты, ёб твою мать, сегодня, блядь, читать будем ходить, что здесь? Иди нахуй.
похож, блядь, на человека, который читать любит. Так. Давай-ка вместо ППХи возьму дробан. Дробоган. Там сколько в нем патронов-то вообще? 30. Ну, норм. Норм. Двухстолку возьму, но. Все же. А, ебать, еще 30 нахуй. Еба. Еще 4. Бомба. Ну и в принципе пока все. Сохран. Ай. Гранаты. Сука, к чему-то готовит нас. Ну давай возьмем еще дробоган, что место есть. Гранатомет, который. Че нам выкинуть-то тогда еще? Ну, траву вот реально нахуй пока не нужна, все. Пистолет. Не пистолет, пусть будет. Гранатомет. Ему патросиков. Отмычки две, блядь, есть еще, прикинь. Так. Улучшенные пистолетные. Где это? Где эта хуетушка? Где этот болванчик? Бля, если его слышно, то он где-то должен быть в упоре. Тупик. Давай вот так сделаем. Нахер. Зарядим спецпатроны, нахуй. Их очень много. И они очень мощные. Где-то вот тут, наверное, нет пищал. Сейчас. Девочка поет. Возьмем чуть помощнее. Выпрыгнет с воды, блять, наверное, по-любому сейчас, смотри. Ёбнутая, что в шахту куда-то убежала и сидит, поет там. Ай-яй-яй-яй-яй, я пошутил так-то, если чё. Сдохни. Хочешь, я твоей мамой буду. Чё, сдохнет? Это говно, чё сейчас? Боюсь, сейчас за спиной появится. И я обосрусь опять. Блять! Чё? Во-во-во. И я про это.
Нахуя ты, блядь? Дробаган я зарядил? Зарядил. Так, 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 так. Ведь ну, она же там силой мысли, чуть ли не силой мысли убивала раньше. Че, она не может меня так убить? Давай траву возьмем. Скрафтим. Сзади, сзади никого. Вот это патрон. Вот это вынесно. Так, 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 что нам куда? Здравствуйте. Я к вам немножко привык уже. Вообще-то это супер патрон был, блядь. Охреневшая эта рожа. Че за нычка? Не буду. Так-то патроны эти подобрал, по-моему, на пулемет, не? Да, вот. Кинуть нахуй. Место снимает. Сдох. Сдох же, блядь. Нет? Бля, хуёво им от этих патронов, ну. Ну, чувствуется такое, мощь у них, блин, бух. Он уж взрывается внутри тоже. А чё? А, сюда падает. Где ты, говнище? Ну, вот мы... Блюота. На тебя. Да-да-да-да-да, сейчас. Блять, я не поставил, что ли? Поставить. Так. А это, слушай, что такой здоровый-то? Тот сдох? Петуха. Нет, тут... Подходи ты уже. Ой, а что, у меня нету что больше? Ну,
Шарик. Так, и наверное. Сейчас опять куда-нибудь в дом прибегу. Ставят пулеметы. Не надо, спасибо. Карта шахты, хорошо. Аптека. И главное сохранение. Так. Да Турев домой пришел, смотри. Походу, да? Похоже на подвал. Даже кукла вот эта валялась же. Только знаешь, что это? Кресла, по-моему, не было. Это бабкина. Кстати, мы же с бабкой еще не боролись. Я убью. Ух ты, Ев! Ее больше нет. Она исчезла. Исчезла. Как это было? Знаем, видели. О, бабуля. 100 Е. Е-001. Не помню даже вначале, что это было. Помню, читал. Что это? Че ты? Че ты хочешь? Это все из-за тебя! Конечно. Почему я это вижу? Итан, спокойно. Спокойно, это я. Я знаю, ты это не нарочно. Убей его, мамочка. Но все равно не стоило! Пиздец, как больно! Он не хочет быть папочкой? Тогда пусть сдохнет. Теперь очередь мамочки тебя убивать. Почему? Она же уже пробовала это, Мия. Мне как-то тут все мутно стало, стрёмно. Что делать-то? Алло. А, ну, вроде прямо идем. Ты станешь одним из нас. Может, тогда начнешь играть по-честному? Игры кончились. Нет! Убери это от меня! О! О! Ты серьезно, что ли? А что мне делать-то с ней? Это глюки. Стреляешь в лоб ей, как бы похуй. Тихуй. А что делать-то, алло? Ой, ты чё за чмо? Зачем ты тут?
Да иди ты, блядь. Иди ты, сука. Ты, паскуда, блядь. Вон он. Уходи! Нет! Так, а это уже не призрак, да? Так, и как мне... Меня сносит просто. Воу, аккуратнее надо. Нет, не смей! Давай. Нет, не надо! Давай, иди. Сюда иди, блядь, как котенка зашкварный. Не, сука. И об коленку еще, тварь. Столько людей угробила. Ты... Хорош. Бабка. Почему все меня ненавидят? Прощай. Больно! Будь ты проклят! Будь вы все прокляты! Чего? Ой, блядь! А чё, не убежать, что ли? Я ненавижу вас всех! Блять, а я... Остановись! А куда мне стрелять-то? Тебе конец! Да я верю! Жесть. Сука, жесть. От Эвелины невозможно убежать. Атакуйте ее, уклоняясь от ее ударов. Туда-сюда, типа. Ты. Так. Ну давай. Почему все меня ненавидят? Не надо гранатомет взять. Я его взял, блядь, а на слот не назначил, то есть в руки там. Прощай. Больно! Будь ты проклят! Будь вы все прокляты! Так, стопы. Держи-ка. Я убью тебя! Бля, я тебе верю, вот честно. Я ненавижу вас всех. Мне что делать-то? Это больно. Ты хорош. Ёбаный бабай. Опять сдох, что ли? Куда стрелять-то? В еблет. Очевидно. Ты просто малявка. Давай, побыстрее, блядь. Ну все, нет, теперь кранты точно. Вот.
просто нужна семья! А чё за пистолет валяется-то? Алло. Оружие какое-то. Быстрей, быстрей, ползи, ты чё? Тоже мне соул, блядь. Игры кончились. Что это за ствол? А чё мне такой сразу не дали? Инъектором какой-нибудь, да? Встань, мудак, тебя засыпает вообще дерьмом каким-то. Я Редфилд. Крис? Рад, что мы нашли тебя. Чё-то ты нихуя вообще не похож так-то. Хули вы так долго, ребята? Поскорей бы разделаться с этой работой, няньки. И вернуться к любимому мужу. Я скучаю. Мне надо работать. Люблю тебя, Итан, и очень скучаю. Посылаю тебе тысячи поцелуев. Пока, милый. Прощай. Нахуя? Пиздец, блядь. Телефон. Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Что ж, сегодня дверь закрылась. Ой, чё, Астрахань? Длинная была ночь. И не только для меня. Пострадали не только мы с Мией, но и Бейкеры тоже. Это из-за той твари, Эвелины, они такими стали. Но Эвелина мертва. А эти ребята явились прибраться. Я только-только смирился с уходом Мии. А теперь снова ее потерял. И теперь единственная видимая дверь... закрыта. Ну, короче, все, да? Музыка просто в конце вот эта. Бомба. Все же, да? Это титры нам показывают. Ну да. Так, уровень сложности легкое, время игры 7 часов 11 минут. Перезапуски 3. Так, уничтожено чего? Гнов.
А, гномов, это вот эти, да, понятно. 12 из 28 я не нашел. Древние монеты 6 я не нашел. А те 6 как раз забрать вот эту херню. Так, получено папок 30. Открытый ящик 64. Использование лечебных средств 23. Использование стабилизаторов 1. Стероидов 1. Ну, окей. Короче, ребят, ну что сказать, игра бомба. Блять, ну всем советую. Я получал реально удовольствие прям. Вот. И в дальнейшем, наверное, Resident Evil Village, ну, 8-ю часть будем проходить. Так что, ребята, всем, кто смотрел, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, всем добра.